как я пришел, мой путь в церкви, вера моя. Ну, так сказать, жил в православной семье, хотя родители мои, ну, какое-то время были там комсомольцами, коммунистами, но мои бабушки и дедушки, они были православными, и в конце концов и родители все-таки тоже стали больше посещать церковь. Вот. И когда началась перестройка, то они отдали меня в воскресную школу. Я ее посещал, много узнал. И вся моя жизнь, в принципе, сопровождалась с Библией и с Евангелием. Когда-то чаще обращался к ней, когда-то реже, но всегда держал при себе и старался читать. Когда переехали в Америку, то здесь уже не было, так сказать, препятствий ни социальных, ни физических для того, чтобы посещать церковь. Но все-таки окружение православное и какие-то такое отношение, что протестантские там церкви что-то завлекают, промывают мозги, там такое, то все-таки это может быть не явно, но оно присутствует практически везде. Как бы агрессивно насаживаемое православие, на мой взгляд, такое существует немножко. Здесь мы сталкивались в Украине с протестантскими церквями, и вот я говорю, что я посещал воскресную школу почти 2 года. Мне было 13-14 лет, когда была евангелизация в Донецке. При Донецком университете была воскресная школа для подростков, и я ее долгое время посещал, в принципе, чем очень рад, чему ни о чем не жалею, потраченного времени. Моя жена Марина, она работала в летнем лагере детском, это от Евангельской церкви, и мы тоже присутствовали, ну, как бы на служениях там и смотрели, как с детьми обращаться. То есть у нас предубеждений не было таких уже. Когда мы здесь познакомились ближе, то нам очень понравилось. И мы решили здесь посещать баптистскую церковь.